отличное видео. Я знаю, тебе понравится. У нас сегодня будет презентация нового Бейблейда. Конечно же, конкурс на спрайз на S3 и конкурс на внимательность. И, конечно же, приветики. Поэтому жми кнопку подписаться, ставь лайк и погнали! Сейчас будут кадры, впечатлительным лучше не смотреть. Ну что, пора познакомиться. Это Леся Ахиллесовна, а это Фаина Фафнировна. Она испортила Фафнира, но, друзья, вы меня спасли. Я показал маме видео, и оно набрало 1000 лайков. Угадайте, что она мне купила? Напишите в комментариях. У тебя есть еще время написать. Раз, два, три. Та-дам! Это постер четвертый! Посмотри, какой красавчик! Я бы сейчас его хотел распаковать, но я хочу еще сделать отдельный обзор. Поэтому не пропусти следующее видео. А теперь Фафнира убираем до следующего видео и приступим к розыгрышу. Напомню, что одно из условий конкурса должны быть открыты подписки. Ну что ж, желаю всем удачи! Привет, друзья! Я присоединюсь, чтобы помочь Тимофею провести конкурс. Тима уже нажал кнопку «Кому повезет», и я надеюсь, что мы сразу же найдем победителя для спрайзена легендарного. И это Маркиян Брашко. Он, скорее всего, отвечал на какой-то вопрос, потому что написал «Геркулес». Но Маркиян не подписан на нас. Мы не можем ему дать нашего легендарного спрайзена, потому что подписки у Маркиана не открыты. А жаль. Ну что ж, Тимофей, давай посмотрим, может еще кто кому-то повезет. Давай. Смотрим. Подписки должны быть открыты. Мы это напоминаем каждый раз. Смотрите, Елена Петраускас. Я участвую, я Вася, мое село Копори. Васенька, но ты же не подписан на нас или не открыл подписки. А мы ведь специально видео загружали, как открыть подписки. Ну что ж, давай еще раз пробовать. Кому сейчас повезет? Ребята, будьте внимательны, чтобы участвовать в конкурсе, всегда мы прописываем все-все правила. Выполняйте правила, и будет вам счастье. Ну вот, то же самое. Участвую, а подписки не открыты. И мы не знаем, подписан этот человек на нас или не подписан. Давай еще раз, Тимофей. Ты не нажал. Давай, кому сейчас повезет. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. И это Вадим Басараб, железнодорожный спрайзен. Ну, Вадим, опять же, не открыты подписки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, давайте еще раз переигрываем. Победитель, найдись, да, Тимофей? Мы уже сами хотим, чтобы поскорее нашелся победитель. Я участвую в конкурсе, но не думаю, что выиграю, но главное участие. Меня зовут Дима, я из Харькова. Дима, мы тебя поздравляем, потому что подписки открыты. Сейчас мы точно проверим и покажем ребятам. Вот видите, написано «Подписки» и подписка на Team Vitage. Димаш, поздравляю тебя! Ты выиграл этот Бейблейд!
чтобы мы себе его могли выслать. Но это еще не все. Я объявляю новый конкурс на этот с прайзом реквием. А условия очень простые. Кто первый напишет в комментариях, сколько в этом течении видео я сказал слово «фафтин» и «бейблейд», тот не получит этот бейблейд. А пока вы будете читать приветики, я сражу Феникса с Экскалиуса. Так, давай, Феникс. Бросил кольцо, давай. Да! В следующем видео я обязательно сражу Феникса и Фафнира. А пока подпишись на канал Team Vintage. Пока-пока!